Я покрою твой анус блестками, анус блестками, анус блестками, анус блестками. Вы слушаете DJ Stas 2007. Охуенная песня, здорово. Сделай сальто, блядь. Сам ты балбес, нахуй. Какой тебе... Я тебе чё, акробат, что ли, блядь? Я похож на акробата, хорошо, нет? Сегодня пойдем на польские серваки. Пятый раз спрашиваю. На прошлом стриме говорил, идем. Можно пойти, но меня напрягает то, что они ебанаты какие-то сплошь и рядом, эти поляки, блядь, на ДРКРП. Они какие-то ебанаты, я вам серьезно говорю. Не хочу за всех, но я говорю за тех поляков, которых я встречаю на ДРКРП, это пиздец. Они какие-то, ну, пиздоголовые, если честно. Они слышат русскую речь, у них сбой по фазе происходит, они начинают просто кипятком ссаться от того, что триколор, блядь, на серваке, им плохо от этого становится, они начинают тебя дэмить, оскорблять, тебя банят еще на 2000 лет по причине 200. Ну, ебанаты. Ебанаты, что еще сказать? Когда обновление на Боброграде будет, я не знаю. Спросите у того, кто делает обновление. Я этим не занимаюсь. Я только ролики снимаю по Боброграду. И все. Больше ничего, правда. Поиграй за ФБИ, поиграй за ФБИ. Блять, да иди нахуй в бан со своими. Поиграй за ФБИ, пиздец. Ты что, совсем? Нет, я конечно, понимаю, что тебе хочется профессию ФБИ увидеть. Но для этого, сука, не обязательно писать и спамить. Пойди на Magic, поиграй за ФБИ и так делать по 100 раз. Да, я понимаю, то, что не все поляки такие. Всегда есть нормальные люди. Нету плохой нации, есть плохие люди. И все, запомните это. Но просто по моему опыту, я таких поляков адекватных, ну, не встречал на польском серваке на ДРКРП. Где этот шизоид, блядь, который... Поиграй за ФБИ, поиграй за ФБИ. Ку, я наборка Magic 2, залетай, жду. Ку, я... Бля, пиздец, иди отсюда, нахуй. Клаус Метро, поиграй за ФБИ. Иди тоже, давай, ББ. Ребят, убедительная просьба, ну, не спамить, пожалуйста. Вы же понимаете, что вы потом в пермачу летите. Я не кикаю на 5 минут, на 10 минут. Я вас сразу баню, нахуй, на пермач. Поэтому в ваших же интересах, чтобы была возможность дальше писать в чат, лучше не делайте хуйню. Да, сейчас бы на ФБИ поиграть на Magic RP 2 с наборкой из чата. ДРКРП нормальные люди, 20 на 80. У меня уже есть материал на нарезку со Сбербанком, там пиздец. Чел на меня жалобу подал. Пожалуйста, на экране чат с Ютуба и Твича, так атмосфернее. Хорошо, я, правда, не понимаю, о какой атмосфере говорят люди. Ну, ладно, хорошо, я сейчас сделаю, сейчас перенесу чатик. Ну, типа так, нормально будет окошечко с чатом? Или мне его чуть-чуть поменьше? Ну, я думаю, так вполне себе. В стендовчик? Пошли в стендов 2. Не, я IQ-тест, но положительно прошел. Я в стендов не пойду. Плюс вайпку в стендов. Да вы что, совсем... Блять, откуда вы взялись со своим стендофом, пиздец? У меня канал вообще по другой игре. Ты на Ukraine RP зашел? Не знаю, на самом деле. Ну, сейчас посмотрю по интерфейсу, может быть, да. Всем хай. Как у вас дело? Как дело у скрипки? Первый раз у тебя на стриме. Посмотрим, что тут интерес. Здорово, аноним. Добро пожаловать. Спасибо тебе за донат. И приятного просмотра. Здорово. А, слушай, мне на банкире двери не открываются. А, ну, блять, понятно. Отъехал микрофон, ну пиздец. Слушай, я хочу Сбербанк с пацаном открыть, но я не могу двери покупать за банкира. Подожди, а какая профессия может покупать двери? Просто смотрю, оружейник, повар могут брать. Не, любая профессия может покупать двери. А типа банкир не может, почему? Профессия. Он может, это просто баг, это двери иногда багаются. Ну а как ты это сделаешь, чтобы я купил дверь? Вообще ни одна. Вообще ни одна. Можешь купить мне дверь и внести меня в список владельцев? Да, давай, доля от Сбербанка 10% тебе будет. Опа. Видали, надо договариваться уметь. Бартер 100, красноречие 100, торговля 10%. Бизнес, блядь. Плюс Сбербанк, плюс вклады. Плюс бешеные проценты. Надо еще сейчас каким-нибудь пенсионерам хуйню какую-нибудь повтюхивать. СМС-уведомления, 10 тысяч за одно уведомление. Но у меня будет не Сбербанк, вы не подумайте ничего. Сбербак. Шо? А откуда столько людей? Я до этого стримил, ДаркРП, не было столько людей. Здорово, ребята. Привет всем. Где? Какие именно двери? Можешь мне оттуда? Да, тут, блядь, не вдохнуть, не пёрнуть в этих комнатах.
Ну, маловато, конечно, но надо будет с чего-то начинать все равно, давай. Все, удачного видоса. Давай, спасибо тебе. Тинькофф, открой рядом, давай, открывай, брат. Можете отойти, ребят, я не могу зафризить. Вы должны за ваш банк смартфон. Во, отлично. Вива, смартфон Вива, смартфон Вива. Смартфон Вива. Спасибо тебе. Так, подождите. Давайте поножовщину у вас. Какая, блядь, поножовщина? Я еще, ну, кредитов не раздал, чтобы вы мне были должны. Подождите, потом попереебашите друг друга, ребят. Блять, я скучал за этой хуйней, когда 400 онлайна, и какая-то хуйня происходит постоянно. Вот это бегает, орут гол, блять, смартфон Вива. Бля, там чел задыхается, или что, я не могу. Да там пиздец какой-то, ну, шизоид. Ладно, если гол, блять, а там какой-то чел просто... Хуйней страдает, стоит, блять. Достаньте ему микрофон из жопы уже, пожалуйста. Ну, меня взламывают, вау. Сейчас, пизда тебе, скотина, нехуй ломать двери Сбербака, блин. Там еще и Эшкери. Я боюсь выходить, мне нужно вывеску сделать Сбербака. Там, блядь, страшно, там страшно находиться. Без матов чел на Твиче замутил. Хорошо, хорошо, вызов принят. Суть без матов такая. Если я ругаюсь матом, вы это фиксируете, делаете клип и закидываете в мою предложку, чтобы точно пруфануть, что я сматерился. Понятно? Я этот клип смотрю. Привет. Потом я узнаю у чела, который заказал без матов, его реквизиты и закидываю ему, ну, сотку условно, да? Записи стримов сохраняются? Да. А я так понял, в комендантский час теперь вот так с людьми разбираются, да? А это наши самые добрые вкладчики. Новый закон расстреливать за что? За что расстрел-то? Осуждаю, дебила. Блять, Артур, я просто не понимаю, как там дубликат ставить, потому что меня нахуй расстреляют. А тебя сейчас только дубликат, да, волнует, я так понял, да? Ты вот взгляни сюда, ты вот, ну подумай, что тебя еще может волновать, кроме дубликата? Ай, да кто в меня стреляет? Его дубликат в этом случае волнует. Вот он не может дубликат поставить. Это единственная проблема сейчас у него, да? Клипайте ржачные моменты, пожалуйста. Клипайте. Вот это вот ржаку прям клип. Клипайте люто. Сейчас мне надо кое-что сделать. Вообще очень важно. Я очень важное дело хочу сделать. Поскольку у меня, ну... Не часто бывает так много зрителей, и я должен это сделать. Я обязан это сделать, ребята. Да, ну, блядь, а как мне еще, ну, медийку качать, если не пиарить ТГ? Спамер. Антиреклама произошла. Не подписывайтесь, конченый канал. Конченый канал конченного человека. В пизду его. Встаньте лицом к стене. Встаньте лицом к стене. Хорошо. Почему не дома во время комендантского часа? Я не дома, потому что меня мэр вызвал. Пустите меня к мэру. Ну, все равно не дома. Ну так, меня мэр вызвал, он разрешил мне находиться не дома. Мне как дойти тогда до него? Хотите, пойдем разберемся вместе. Ну, тогда... Пойдем. Подшлите под моим сопровождением. Хорошо, давай. А можно без пистолета, пожалуйста? Меня напрягает, ну, ствол. Ну, это сопровождение. Ну, какое-то сопровождение, похожее на, ну, предзаключительное. Мэр, здравствуйте, вы меня вызывали. Вы меня вызывали. По поводу каловой реформы. По поводу каловой реформы вы вызывали как раз-таки, да, бухгалтера. В смысле, нет, я говорю, по поводу каловой реформы вы вызывали меня. Не дома во время комендантского. Так я вот к мэру пришел, нам надо сейчас это обсудить. Что ты делаешь? Зачем меня в наручники? Я по поводу каловой реформы пришел разбираться. Мэр, да это уже не ваше дело, это мое дело с мэром насчет каловой реформы. Да, не надо, не трогайте.
Я его тогда отпускаю. Ну да, меня уже не давно надо, стоит отпустить. Так вот, давайте переговорим. Суперсолдат, нет, давайте его поводите в наручниках. Да без проблем, только меня напрягает, что он постоянно на меня ствол наставляет. Я пришел с миром, вы меня сами вызвали еще минут 30 назад, я вот пришел. Я приехал с Банклава. Даунтауновская область. Каловая реформа. Когда будет уже произведена? И что входит в нее? Вы мне обещали показать документ. Надо, чтобы без лишних ушей и языков было. Это может быть прошлый этот, правильно, что ты говорил? Нет, нет, именно как раз. Ну вы же дрочила, правильно? Вас все в городе знают. Ну да, но... Ну вот, вот. Вы вызывали как раз таки ответственного за каловые реформы по Банклавовской области. Ну так что, мы будем разбираться насчет нее или нет? Ну, в смысле, не знаю. Когда она уже, ну, вступит в силу, так скажем, эта запись? Не помню тот момент, когда я обещал. Ну, это было минут 30 назад, я это хорошо помню. Вы как раз таки дали добро на то, что... Минут 30 назад мы делали оборудование. Да, вот, я о том же, минут 30 назад вы это обсудили и начали делать оборудование, как раз таки, предназначенное для каловой реформы. Нет, стоп, может быть вы, я не знаю, может быть у вас память отшибла, вы вообще знаете, что она из себя представляет, эта каловая реформа, нет? Ну хорошо, тогда я объясню, это дефекализация по всему нашему городу будет объявлена. В комендантский час будет запрещено этим заниматься, только вне комендантского часа. Множитель каловой реформы 8х. Понимаете, о чем я говорю? Он думает, я хуйню какую-то ему гоню, на самом деле, сейчас. А, подождите, а что касаемо личности, которые себя идентифицируют с недавних пор, как подсолнухи, и по гороскопу они как боевые вертолеты. Что с ними делать там, вы прикажете? Я посоветую. Ничего, то есть вы их в покое оставите, правильно? А если, к примеру, человек идентифицирует себя как прокладка Доры, что с этого будет? Вот, допустим, вы как себя позиционируете? Я себя позиционирую, ну, абсолютно прямо и консервативно. Я себя позиционирую вот как вот это вот кресло игровое. Бонга? А, ну. Нет, это не бонг, это игровое кресло. У меня у самого такое дома есть. Ну, объявите тогда, да. Я пойду дальше по своим делам. Вы просто объявите то, что по городу объявлена дефекализация. Вы обещали, вы подписывали эту каловую реформу. Да, дайте да. знать народу, пожалуйста. Нет, я это сделаю, но чуть-чуть попозже. Потому что я бы потребовал это сделать сейчас, потому что вы можете забыть опять, и мне придется опять через комендантский час пробиваться к вам через вот все эти двери. В городе объявлена дефекализация. О! Все дерьмо должно пройти в канализацию. Похоже, это сделал более ответственный человек, чем вы. Но все равно у вас будет возможность все наверстать. Здравствуйте, я пришел на мирный разговор. Я хочу узнать, кто у вас главный. А кто я? Я могу один зайти? Я один зайду. Вы выходите одни, мы тоже одни придем. Здравствуйте. Я вот сейчас зайду, закройте дверь на ключ. Закройте дверь на ключ, чтобы лишних людей не было. Лишних можете убрать как вам угодно. Я ничего не вижу. Несколько секунд, ребята, да. Я хочу найти главного. Вот, я хочу разговаривать только вот с главным, старшим среди вас. Кто из вас старше всех? Сколько вам лет? Сколько лет? А есть кто старше? Ну, есть кто старше, конечно, но... А кто старше? Не в сети, к сожалению. Он спит сейчас. Разбуди, это важно. Женщина, которая моё... Женщина, блядь, ЦСКА. Алла Пугачёва, Раиса Горбачёва. Подойди сюда, Пися, подойди сюда. Я буду ждать до момента, где девочка Лена хуй по колено. Пожалуйста, продолжайте. Так, в общем, давайте разбираться касаемо каловой реформы. Я его не знаю, если честно. Я его честно не знаю. Осуждаю. Начальник, вот. Мне есть 30 лет.
Мне есть. Он не знает, а кто это, блядь? 30 лет. Сначала мне нужен подиум. Мне нужно откуда-то вещать, пожалуйста. Подиум нужен. Хорошо, начальник есть. Я понял, есть начальник. Мне нужен подиум, чтобы говорить. Не, меня не будет слышно. О, отлично. Сейчас, давай на парту залезу. Авиатор, бери бонец. Так, микрофон, пожалуйста, микрофон. Встаньте, чтобы я вас всех видел. Начальник, я... вот, начальник, давай. Ты начальник? Ты начальник? А чё ты не доедаешь, что ли? Какой ты начальник? Я на подиуме стою, а вы стойте и слушайте. Так все будут меня прекрасно слышать. Лучше выполняйте эти условия. Я сейчас буду говорить. Ты не слышишь, потому что я говорю туда. Так вот, поскольку главного у вас не нашлось, ребята, значит так, в городе объявили дефекализацию. Что вы думаете на этот счет? Хуйня. Я не помню, чтобы он с вами был. Вы можете убрать этого человека куда-нибудь подальше, в другую комнату, там, не знаю, в другой мир. Свет в конце тоннеля показать. Знаете ж как? Ну, по-любому же знаете, ну. Отлично. Что ты меня отлично. Ну, если ты начальник, ну ты встань и послушай. Ну, ебаный. Ну. Блять, ну вот именно, не начальник, а клоун, блять, какой-то. Ну стань ты и послушай с людьми нормально, ну пиздец. Так вот, в городе дефекализацию объявили. Сейчас дали комендантский час. Что вы думаете на этот счет? Что нужно предпринять? Я тебе ебало сам расквашу, сука, ты зубы будешь собирать из глотки. Закрой ебло уже там. А, ну ладно тогда, тогда ладно, на мировую. Это все происходит в мэрии, все идет оттуда. Наведите там порядок. Шла, начальник! Пошли с нами, садись. Блять, бедный начальник. Начальника захуярили, ты видел? Ты видел, как он выглядит? Это же просто инфернальная тварь. Нет, он просто не доедает, блядь. Походу, это не начальник был, это подставной, нахуй. За мной. Слышь, ты, мразь ебучая, а ну-ка нахуй выйди сюда, я тебе нахуй ребра посчитаю. Я тебе ребра нахуй сейчас посчитаю. Давай, блядь, хули, блядь. Сюда иди, блядь, ебать. Тихо. Ебали эти дети толпы нахуй. Здравствуйте, граждане, можно к вам обратиться? Ой да. Вот что делать, сам отпечатку. Война начнется, все к мусорам побежите, блядь. Запомните нахуй, война начнется, все к мусорам побежите. Это король бездомных еще говорит. Осуждаю. Не трогайте его. А это тоже элемент РП, да? У меня дед Гладвалакас. Кого, блядь? Какой у тебя дед Гладвалакас? Что за хуйня? Куда я поп... А пути, блядь! Пиздец. Через кнопку донат можно подать жалобу. Донат минус 90%. CSGO ножи, Call of Duty автоматы, донат рубли, вейпы, аксессуары, М9К. Все, что захочет твоя грешная душа. Да, блять. Купить проходи, жалобу. Проходи, можно? Проходи, нету. Проходи, блядь, можно ли купить? Да нихуя я не буду проходить, тут донат 90%. Принял скрипка, какой 90%? Да, сука, пропусти! Х7 множитель! Закрой ебало, мне интереснее, чем РП вот эти скидки, подожди. Ага. Деньги! Овнерка! Суперадмин! Страйкер! Юсас! Потом что еще? CSGO скины, расколотая сеть, скины Север, Призма, блядь, интересно, свои кейсы создают или нет? На 7 дней я получу с кейса за 900 рублей оружие, блядь. Это стоит своих денег. Как ты нам бы очень пригодился.
Я думаю взять кредит, короче, 10 000 пооткрывать кейсики и 7 дней ебашить с этими пушками из Call of Duty. Аксессуары на... Все на 7 дней. 7 дней играешь и идешь нахуй. Все на 7 дней. Блять, как я хочу себе вот такой сервак. Я просто, я не могу. Я себе ужасно хочу этот сервак. Просто пиздец. Я хочу себе вот такой же. Я хочу такую же хуйню. Представляете, сколько у меня будет видосов выходить? Если у меня будет такой же... Блять, это пиздец. Изи деньги, изи просмотры. Блять, это изи жизнь. Я могу просто вот так щелчок пальцем сделать, я найду ебаната моментально. Я не буду даже запариваться над тем, что заснять. Я просто зайду, и у меня будет всегда, что заснять на таком. Я очень себе хочу такой концепции сервак. Ладно, тогда можешь мне вернуть, я пойду банк делать. Добрый день. Бля. Да подождите, блядь! Чё за хуйня происходит? Да, блядь! Да я, блядь, оказался здесь после жалобы! Вы, блядь, ненормальные! Алло, блядь! Блядь, пасхалка прочитай! Алло, блядь, вы ненормальные? Я говорю, я после жалобы вернулся, я не могу сейчас никуда идти! Вы дома в Камчас, вы должны были давно быть. Вот если бы читал пасхалку, то ты был бы свободен. Какая, блядь, пасхалка? Ты долбоёб мелкий, блядь. Это просто пиздец. О, живи, живи, бро. Да не трогай, всё, не трогай, я за него ручаюсь. Я за него ручаюсь. Алло. Да, да, блядь, что да, ты делаешь? Ты больной? Да меня... Вы не дома в Камчатке, лицом... Алло, я после жалобы, да, блядь, оказался да, здесь. Ты не понимаешь что, этого или нет? Оставь его, оставь его, оставь его, оставь его. Блядь, застрелите его кто-нибудь. Это просто... Что за нахуй? Это просто пиздец. Здорово, я в тебе на стриме. Здорово, здорово. Прикольный стрим. Спасибо. Какой нахуй Сбербанк? Где приватбанк? Ты что, ебанутый дядька? Какой тебе, блядь, приватбанк? Иди нахуй отсюда, если не хочешь вкладываться. Обычный приватбанк. Я сейчас, охране схожу, тебе зубы нахуй повыбивать. Я ебал в рот ваш Сбербанк. Все, задержать его. Нахуй вышел. Спасибо. Задержать, задержать. Осуждаю, осуждаю, осуждаю. О, задержите его. Он ко мне проник. Да пиздец. Охуевший совсем, бля. Молодежь. Давай, пропускай его. Задержите, задержите. Ебать. За что это? Очередь. Парни, охуенно задерживаем. Туда, сучару, блядь. Косарик я заберу. Бам, бам, сука, блядь, за то, что у меня дерешься. Арест за убийство госсотрудника. У меня РП процесс. Привет. У меня РП процесс. У меня к тебе чуть-чуть маленький. У меня РП процесс, ребят, я занят. Какой? У меня к тебе. Ну, у меня человек напал на мой банк, верни меня. Окей. Смени и, пожалуйста, название банка. Нет, я хочу, чтобы человек был наказан. За что? Что, блядь, окей, такое? У меня РП процесс, дайте Сбербанк. Мне закончить застройку. Какого хуя тут Сбербанк делает Сбербанк? Да тебя ебет вообще, блядь, какого он хуя тут делает? Сука, что за нахуй, блядь? Сейчас, ну вы тогда можете выходить, сейчас я ячейки отстраивать буду. Это игра, блядь, что тебя триггерит нахуй с игры? Что вы делаете? Зачем вы стреляете? Такой маленький к тебе вопрос, какого хуя Сбербанк? Блядь, да подожди ты с своим вопросом, я человеку кредит выдаю. Что ты хочешь от меня, блядь, на что ты жалуешься вообще? Ты сейчас что? Что такое? Вот, стоп. Тайл, у меня к тебе вопрос. Смотри, это нормально. Сука, блядь, да они даже не могут вопрос поставить нормально. Ну и что, блядь? Что это неадекватно как-то на украинском сервере? Что, блядь, неадекватно жалобу по такой хуйне подавать? И меня постоянно заебывать. Ну так, блядь, ну... Да, ты пришел, блядь, меня начал оскорблять из-за названия банка. Пиздец, ты больной, может быть. Правило одного микрофона. Какого, блядь, одного микрофона?
То, что у тебя микрофоном даже назвать сложно, блядь. Короче, я считаю это, блядь, ненормальным, что Сбербанк на украинском сервере. Ой, блядь. Короче, нет, это... Ничего такого нет, ну, то есть, на Сбербанке что? Это просто банк обычный. Блядь, ну хочешь, не да, ходи туда, я тебя не зову туда. Да, блядь, подожди. Ну, типа... Тут ничего такого нет. Тут, типа, понимаешь, запрещено, типа, что-то такое высказывать, ну, типа, там... Ну, правильно, вышел нахуй. Не задерживайте вышел, очередь. Нахуй отсюда, вышел. Сука, да вы не туда воюете, вы долбоёбы, блядь! Если что, брат, мой процесс не пивал. У тебя жопа за Freedom Mac. Что? Еще раз, кто убивал? Freedom Mac. А до этого что ты сказал, я не понял. Можешь наказать двух челиков с ником Залупа на бездомных? Они спамят звуки, получается, осуждайки. А ты слышишь еще его голос? Он через этот саундпад сидит. И шо? Я сижу через саундпад. Саундпад это. Что? Что карается? На что жалоба? Стояние погрома. Стояние погрома. На жалоба за фрикил. Ой, не фрикил, а фридамак. Ага. И ты почему фридамак? 15 минут, причина 5.7. Погоди, потом ты получишь мод. 15 минут, причина 5.7. Нет, не получу. Уже админ это разбирал и сказал то, что можно мне поставить оригинальный такой голос, который будет похож на человеческий. Кто тебя зашил? Кто тебя зашил? Давай мы сначала с фридамагом разберемся, а потом уже... Окей, а потом разберемся с твоим голосом. Да с ним уже разобрались. Ну, фридамаг, в чем мне конкретно? Вы хоть объясните, что я сделал такого? Да сейчас, хай это включу. Ну смотри, вот помнишь, я когда зашел к тебе домой, ты сказал полицейских, чтоб они меня арестовали за это, за проникновение. Потом, когда они меня повязали в наручники, ты меня подошел и начал бить. Нет, ну то есть смотри, ты ко мне ворвался в банк мой недостроенный. Ты начал там расстреливать полицию, которая толком тебе еще ничего не сказала. Mm-hmm. Какую ты реакцию ожидаешь от хозяина заведения? Да. Какую ты хочешь еще? Подожди, полицию, я по какой причине всех убил? По какой причине убил полицию? Ну, так ты ничего не знаешь. В смысле ничего не знаешь? Ты ко мне залетел в здание, в котором ты не должен был находиться. Тебя просили выйти оттуда. Ты проигнорил это, я попросил полицию тебя вывести. Полиция меня зашла? Отпустили, да. Что? Я не знаю, отпустили тебя или нет, посадили, может быть. Ну, полиция к тебе зашла, я открыл дверь, и ты их убил взял. На что ты жалуешься? Что ты? Ну, подожди, стой. Я убил. Погоди, стой. Прости, что перебиваю. Смотри, он вначале сказал, что его завязали наручники. И ты просто взял кулаки и начал его бить. Ну да, я раза два-три его ударил, потому что я как бы недоволен этим. Фридамаг. У меня, в смысле, в чем фридамаг? Он, блядь, напал на мой магазин. Он, сука, стрелял у меня в магазине и убил там людей. А-а-а, и типа за это ты его ударил, когда он был в наушниках? Да, я почему-то, почему я не вправе это сделать? Я что, ногу ему прострелил? Ну, вправе, потому что это твой дом, твоя собственность, ты за нее заплатил. Поэтому... Ну, я об этом и говорю. Жалоба закрыта. Жалоба закрыта. Но что я не найдем, то, что он защищал... То, что он нормальный человек, не отреагирует того, что ты просто какой-то либо чепуху, та-та-та-та-та, и... Все. Даем его в аренду на 200 минут, а ценой в 200 тысяч рублей. Итоговый профит что на за 5 нахуй, минут. Блядь? Вот зарплата наша, ебать, целая нихуя! Ладно, давайте тогда анекдот. У России 300 юзников. Вол, суки, блядь. Я все это, сука, осуждаю. Да заебал! Нашему серверу заебал орать! Куплю микробандит. Блять, нас взрывают. Пиздец, я нихуя не вижу! Я закрою! Спасибо, Шлем!